баню Питу и скорее туда. Пит! Звонил доктор Коннорс. Вроде Гарри у него. Встретимся там. Похоже, все плохо. Уже в пути. У центрального парка есть проход в лабораторию Коннорса. Пит будет страшно переживать за Гарри. Но мы ему поможем. Человек-паук! Если получится его догнать. Что-то случилось? Лэнс, его похитили, Мидтаунцы. У вас же с ними завтра состоится важная игра? В этом все дело. Смотри, они передали записку. По-моему, в записке речь об офисе Стюарта, но на крышу нет выхода. Ясно, зачем нам ты? Ага, я осмотрюсь. Ох уж этот тип из RJ. Зря я его пустил. Стоп! Офис Стюарта? С какой стати им забирать Ланса туда? Вы уже нашли его? Не совсем. У меня вопрос. Почему офис Стюарта? В прошлом году BV победили Мидтаун на конкурсе роботов от Stuart Robotics and Engineering. Значит, это поражение их очень расстроило. Вернем Лэнса, обозлится еще больше. Они оставили еще одну записку. Значит... Чтобы найти Ланса, нужно направить свет проектора на фреску. А что, если отклонить эти лучи? Шикарно! Я думаю, эта коробка не обидится, если я ее легонько пну. Класс! Скрытое послание. Я так и знал. Мы, художники, пестрая банда. За следующей подсказкой ступай к Лабандо. Художники. Хейли в этом разбирается. Позвоню-ка ей. Я слышала, ты ищешь Ланса. Нашел его? Еще нет. Мидтаунцы задали нам задачку. Мне нужна твоя помощь. Лови картинку. Художники. Пестрая банда. На углу Родни и Третий есть несколько их фресок. Что такое Алабан, не знаю. Спасибо, Хейли. Я твой должник. Мне хватит и спасибо, но от кофе не откажусь. Замётано. Здесь куча фресок. На какое-то должно быть тайное послание. Как дела? Я на верном пути. Вроде бы. Мидтаунцы оставили тайные послания на фресках. Сейчас я на углу Родни и Третий. Ищу следующую подсказку. Где картина Андерса Алабанда? Понятно. Алабанда? О нем говорилось в подсказке. Кто он? Это гениальный художник из BV. Он работает в Парижском романтическом музее. Мидтаунцы завидуют, что у них нет такого выпускника.
Схватка зашла в тупик, и каждый остался при своем. Но лучшие в регионе скоро сделают ход конем. Хейли, тут еще одна загадка. Сейчас кину. Лучшие в регионе. Если это про очередную фреску, поищи в Северном Уильямсбурге. Вроде у Виженцами Тауна там был шахматный матч. Да, региональный. Кончился ничьей. Ага! Понятно, почему они так бесятся. Я сгоняю туда. Сразу две фрески? Они ну очень не хотят, чтобы мы нашли Ланса. Хорошо, что на стороне Бруклин Виженс, Человек-паук. Они раздобыли это оборудование. Выглядит очень круто. Прямо нереально круто. Когда они успели все это расставить? В смысле, Мейн-стрит? На Мейн-стрит множество зданий. Где конкретно? Стоп. Почему вторая не зажглась? Я еще не все сделал. Ну, раз я успеваю побыть пауком, и у них нашлось время на хитроумные инсталляции. Значит, есть два пути. Надо отдать должное Мидтаунцам. Они не пожалели времени и сил на это дело. Разноцветные флаги? Может, тут два пути?
11-21. Наверное, это номер дома. Наконец-то. Так, что тут сказано? Мейн-стрит, 11-21. Вот, наверное, где они спрятали Ланса. Да, Майлз. Слушаю. Кажется, я знаю, где Ланс. Мейн-стрит, 11-21. Ланс! Ты здесь, дружок? Может, он тут? Грозный лев Ланс. Пора тебе домой. Один из вас, видимо, Арджей. Человек-паук? Нечестно! Они жульничали! Ого, Человек-паук? Похоже, БВ сами не справились. Спасибо за развлечение, но мне надо отнести его домой. Как дела? Я возвращаюсь. И со мной тут пушистый друг. Лэнс, ты его нашел? Он в порядке? Его не обижали? Он цел и невредим. Но его держали в гараже. И там было много пыли. Ему бы ванну принять. Ладно, давай к нам. Мы его ждем. Скоро буду. Ланс вернулся. Ланс! Его вернул Человек-паук. Ты справился, Человек-паук. Спасибо за Лэнса. И вовремя, как раз к матчу. Даже если игру отменят из-за вторжения пришельцев, Ланс поднимет людям настроение.